Мерседес раненый. Три вмятины на одном месте. Вот. Раз вмятина. Два вмятина. И три вмятина. Вот, аж с Москвы едут. Под запись. Вот он, хозяин. Да, в прошлом году еще записался, вот только очередь у него дошла. Но он взял еще и поцарапал специально, чтобы уже заехать наверняка. Взял, поцарапал бампер и крыло, чтобы лишь бы его взяли. Так что записывайтесь по интернету, очередь большая. Вот, вот уже открываем запись на 2018-2019 год. 77-й регион у нас вне очереди идет. И 777-й тоже. Ладно, вытирайте. Сейчас посмотрим. Может, уже полирно... А если да, крашено, какую толщину показывают? Ну, показывают ту, которую крашено. Ну, тут мы сейчас не об этом. Вот магнит у нас есть. Видим, да? Вот. Очень хорошо магнитится. Вот стеклянная крыша и приколюха. И чуть-чуть магнитится. Значит, там где-то есть металл. Хотя вот эта крыша, панорама, это стеклянная. Вот, что-то там... Вот, что-то есть. Дальше идем. Стойка металлическая. Крыло металлическое. Ой, не крыло, дверь. Металл. Крылышко не алё. И капот не алё. Значит, на этой машинюшке у нас получается что? Капот и крылья передние алюминиевые. Вот так вот. Посмотрим, что в лампочке покажет. На минимум сейчас поставлю ее. Вот она красота. Внизу. Вот по ребру. Вот вверху. И чуть дальше. Тоже тут есть. На улице я высмотрел. Ну, в основном, конечно, вот на ребре здесь. И чуть оно вниз уходит. И выше. Вот такие вот крендельки. И вот эта красота. Как мы видим, вот прошоркана прям хорошо. Я ногтем пробовал, она шкурит. Вот. Прогноз, конечно, мягко говоря, неутешительный. Здесь еще, может быть, что-то получится. Вот. А здесь, конечно, сурово. Ну, где наша не пропадала? Сотрем, потом подкрасим. У меня где-то кисточка есть. Где-то... А, вот она, кисточка. О, кисточка одна, вторая. Специально для крыльев. Есть, да, специально для царских крыльев подкрашивать. А вот он, счастливый хозяин, стоит. Открылась приколюха, значит... Давай. Вот пока магнитится, значит, там ободок. А посередине прикладываем, там не... То есть, это, видно, металлический каркас рядом лежит. Вот, на... И поэтому он магнитный, так сказать, металл, потому... А в середине, там где стеклышко, оно не магнитится. С ними ясно. Вот так вот все сразу закрывает. Дрынь-дрынь и привет. И как так и было. Что мы делали? Вот немножко я затер. Тут видны следы. Трезак. Влажный трезак. Смочил тепленькой очкой. Вот. На ЛР-ке, на рупесе. Пошлифовал, сейчас попробуем подполировать. Что получится, то и получится. Как говорится, протереть до краски не мудрено, поэтому как получится, так и правильно. Да. Ну вот что получилось у нас первого раза. Здесь на пластике все нормально, а здесь, конечно, как мы видим, вот она, конечно, чуть проявилась. Вот. Ну, вот такие следы все равно остались, потому что если нога царапает, да, и его слышно, то тут вариант такой, что варианта нет. А здесь на пластике оно мягко сыграло, и в принципе все нормально. Ну, сейчас я
еще разочек пройдусь, вот здесь, еще разок, чтобы, может быть, чуть меньше будет, но уже вручную трезаком. Вот он трезак, если такой маленький, вот это уже тут наклейка это не держит, и можно еще чуть пошуркаться, и потом полирнуть, и все. Потому что оттирать до базы смысла нет. Вот. Толщина лака здесь минимальная будет, поэтому, увы. Ну вот что получилось. Вот, чуть-чуть заметно все равно. Я вижу, вот они. Ну, конечно, уже не так. Можно, конечно, чем-то намазать, но это все фигня. Вот, ну, в принципе, так не сильно заметно. Иди смотри. Ходовые качества нигде. Да нет, красиво, хорошо. А ну да, вообще практически уже. Там видно все равно немножко, да. Ну, я не хочу решать просто. Сейчас можно еще чуть-чуть и стереть вместе с краской.